Поднимаемся все выше и выше. Вот театр там. А мы поднимаемся все выше и выше. И не кончается эта история. Вот так мы поднимаемся, мои хорошие. Вот что здесь интересно очень. Интересно очень. Неужели это театр продолжается? Я не знаю, друзья мои. А, вот здесь написано. Бурада театрому. Амаора да дедилер. Агора буны. А, вот где театр. Мои хорошие. Агора. Что такое за агора? Вот театр. Интересно, правда? Кругом, кругом здесь пахнет историей. Обалдеть. На этих сели. К ним тоже пойду. Зрители! Ой, посижу я. Ой, театр. Кто будет выступать? Друзьянца. Посмотрите, где я нахожусь. Мои хорошие. Идем, идем, и вот посмотрите еще что-то. Могила. Путешественники. Так здорово. Поднимаемся в гору. Сейчас туда поднялись три маршрутки с учениками. А вот как раз они возвращаются. Экскурсии, экскурсии. Здесь проходят. И мы тоже туристы. Поднялись мы повыше. И вот такая вот картина перед нами. Сады, сады, сады. Лимонные сады, друзья мои. Здесь живут люди. А вот это вот красота. Что здесь, я не знаю. Бурадане, Али. А, истимьорум, коркуйорум. Говорит, кладбище тоже здесь, могила. Вот куда мы залезли. Внутрь не хочу. Тамам, етер, етер, хватит. Кругом лимоны, лимоны, лимоны. В общем, такая это гробница. И сады, 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 лимоны. Пришли. Идем все выше и выше. И посмотрите, тут гробницы. Одна и вторая, семейные. Раньше вот так вот римляне хоронили. А сейчас внутри этой гробницы такое оливковое дерево. Представляете? Но здесь нету оливок. В общем, друзья мои, настолько это интересно все увидеть своими глазами. Посмотрите, не заканчивается.
не заканчивается. И это, наверное, тоже гробница. Я так думаю. В общем, кругом история, друзья мои. Со всех сторон. Куда они залезли? Я тоже сейчас зайду туда. Али, не бурасы, что здесь? А? Гробница. Гробница. Мезар, бурда вам, там большая. Города мезар? Каби. Хоронили наверху, вы посмотрите. Наверху хоронили. Представляете? Вот на этих, говорит. Вот здесь вот хоронили. Как интересно. Что это за знак такой вообще? Вот это да. Сейчас, конечно, это заброшено, никому это не нужно, но нам интересно. Вот, посмотрите. Лайт мезар. Капахлый, тоже капахлый. Видите, вот и там закрыта, это тоже гробница. Что хочу вам показать. Вот исторические здесь вот памятники и дома. Хорошие дома. Все находится рядом с историей. Люди не понимают, в каком они богатом месте живут. Знаете, что это тоже гробница. Эту же верхнюю крышку не поднять. И вот отсюда разбили. Там, может, какие-то ценности, драгоценности были. Забрали, представляете? Сколько они били и добили. И такие вот. Вы знаете, что, мои хорошие, вот это кладбище. Вот это кругом гробницы. Кругом гробницы. Видите? Здесь видно, рука человеческая не тронула. Кругом гробницы, друзья мои. Вы видите, какие раньше были кладбища? Как хоронили людей в камнях. Я не знаю, может, мне кажется, они открыли, посмотрели, что там не может быть, что столько лет наши люди бы не вытерпели и оставили там. Идем, а напротив вот такие виллы красивые. Пахнет уже коровками. Там видно центр Аяша. Здесь вот такие виллы. Вот здесь вот кладбище. Посмотрите, рядом с историческим кладбищем какая фазенда. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Как замок. Мои хорошие, жених с невестой, видите, мы нашли. Ой, я как папарацци. Видите? Сняла, как папарацци. We'll be right back.